Уважаемые западные казахстанцы, друзья, примите самые теплые поздравления с праздником единства народа Казахстан. В этот знаменательный непростой год для всех нас исполняется юбилей 25 лет с момента создания Ассамблеи народа Казахстана как орган. Идея создания была впервые озвучена первым президентом и лидером нации Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в далеком 1992 году. Сегодня Ассамблея – это авторитетный и уважаемый орган по созданию благоприятных условий для укрепления межэтнического согласия, толерантности и единства народа Казахстана. От имени этнокультурного объединения «Хаймат» желаю вам здоровья, процветания и благополучия. Поздравляю всех с Днем Единства народа Казахстана, праздник силы нашего народа. Желаю всем крепкого здоровья, особенно в такой тяжелый период. В этот период мы все должны показать наше единство народа Казахстана, быть дружны в этот момент, быть сильны и горды за нашу землю. Мира, добра и любви вам!